Привет, друзья! Меня зовут Елена, я живу в Болгарии, и вы попали на мой канал. Подписывайтесь! А как только мы наберем 1000 подписчиков, мы разыграем с вами приз. Приз будет уходовая косметика для лица для женщин, либо для мужчин. Сейчас мы прогуляемся с вами по центральной улице нашей деревни. Будем идти и разговаривать с вами обо всем. А вы, возможно, во время видео увидите и дом своей мечты. Многие мои подписчики, я знаю, мечтают о переезде в Болгарию. И наверняка вы уже представляете картинку своей счастливой жизни в этой стране. И как только в вашей голове возникла эта идея, самое главное, вы должны спросить себя, а что я хочу получить от переезда в другую страну? Вы хотите улучшить качество жизни? Тогда ответьте себе на вопрос, за счет каких материальных ресурсов я улучшу качество своей жизни? Вы хотите убежать от проблем? Но поверьте, в другой стране проблем будет не меньше, а только больше. Ведь каждый год вы должны будете продлевать свой вид на жительство. И не будет ли вас напрягать эта ситуация? Живя в своей стране, вы порой даже не задумываетесь об этом. Возможно, уехав к морю, вы мечтаете о том, что ваши дети и внуки будут приезжать к вам каждый год. Но у детей могут измениться планы, и вообще, возможно, им захочется отдохнуть в другом месте. Вопросов может быть гораздо больше. Я надеюсь, что вы все продумали и обдумали, и наконец вот решились на этот шаг. Естественно, вы не стали доверять блогерам и верить в то, что жизнь в Болгарии – это сказка, что здесь все дешево и практически бесплатно. И, безусловно, вы не будете покупать дом через посредников. Вы приедете сюда, увидите все своими глазами, посмотрите, какого качества дом. А еще лучше рекомендации дает мой муж. Он всегда говорит, прежде чем купить дом, возьмите, не пожалейте денег и арендуйте этот дом на несколько месяцев. Аренда в нашей деревне стоит примерно в месяц, если речь идет о полугодовом или годовом контракте, 300 евро. Так вот, не пожалейте этих денег, арендуйте дом на несколько месяцев, и тогда у вас выявятся все его недостатки. Потому что дом купить легко, но что вы будете делать? И сколько вы будете вкладывать своих средств и, самое главное, нервов и сил в то, чтобы привести этот дом в порядок. Давно прошли те времена, когда в Болгарии недвижимость была очень дешевой. Теперь в связи с тем, что сюда приезжают на постоянное место жительства иностранные граждане, купить дом задешево, так сказать, совсем непросто. Ну и дешевый дом, это говорит о том, что в нем наверняка есть какие-то скрытые моменты. Надеюсь, вы воспользовались моим советом. Совсем недавно я познакомилась с девушкой, которая переехала жить в нашу деревню. И услышала от нее такие слова. «Я всю жизнь мечтала жить у моря». «Боже мой», — сказала я, — «что мешало тебе? Ведь ты гражданка Болгарии». Ответ меня удивил. «Но ведь это очень дорого», – сказала она. А теперь вернемся к нашей деревне. Сейчас мы уже идем не по центральной улице и, как видите, проходим мимо заброшенного участка. Чуть ниже будет стоять дом, в котором сейчас не живут люди. Видите, как все быстро зарастает всякими кустарниками. И, скорее всего, этот дом продается, но по какой-то причине его не покупают. Возможно, потому что завышенная цена – а может быть, еще какие-то причины. Не забываем мы также и о том, что как только владельцы дома узнают, что дом хотят приобрести граждане России или иностранные граждане, цена немножко повышается. А вот смотрите, как интересно. На дереве сидят птицы. Это цесарки. Подумайте, будете ли вы рады такому соседству, которая пахнет, поверьте мне, далеко не французскими духами. Чего только не увидишь, проходя по деревне. Для тех, кто приезжает с маленькими детьми, есть отличный детский сад, современное здание,
с прекрасной детской площадкой. И детей не так много в группах. Я думаю, городские дети могут позавидовать нашему детскому саду. Школа в деревне тоже есть. И ваш ребенок заговорит на болгарском языке гораздо быстрее, чем вы. Так что смотрите, думайте сами, переезжайте в Болгарию и наслаждайтесь счастливой жизнью. Посмотрели нашу деревню. Заканчиваем на сегодня нашу прогулку. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь обязательно. Кто сегодня досмотрел видео до конца и подписался, с завтрашнего дня того ждет удача, счастье и изобилие. Так что до скорой встречи. Пока-пока.